В российских городах начали отменять шоу-студии Александра Гудкова. Называется это шоу «Чикен Карри». Если вы уже когда-либо слышали о нем, какие-то подробности, нажмите лайк и дизлайк, если слышите об этом впервые. Ну а я сейчас поподробнее расскажу об этой отмене. Здесь Сафин, подпишитесь на мой YouTube и на Telegram в том числе, где вы найдете еще больше интересных событий. Короче, тут пишут новости Рамблера, что кинопоказы шоу-студии Александра Гудкова «Чикен Карри» отменили в нескольких городах. Все это делается со ссылкой на телеграм-канал самой студии. Я не поленился, зашел туда и вот читаю. Ребята, у нас отмена показов. Ну, вот в таких городах Череповец, Тольятти и Мытищи. Мы вам попытаемся сегодня сформулировать цензурную причину. Это не очень просто сделать. То есть, я так понимаю, нецензурным языком команда Гудкова хотела бы объяснить причину этой отмены, но что-то я не увидел пока что никаких последовавших аргументов. Ну а вот от Александра Хинштейна, депутата Госдумы от Самарской области, поступил следующий комментарий. По его словам, в Тольятти это шоу отменили в связи с массовым общественным возмущением. Ну а я вам напомню, что дела у Гудкова в России сейчас складываются не самым лучшим образом. И в частности, я вот делал вчера обзор об этом. Тут журналисты вспоминали о том, что после его шуточной песни, такой пародии на «Я русский» шамана, у него возникли серьезные проблемы, в том числе отмена рекламных контрактов, какие-то проблемы со съемками, ну и, собственно говоря, мы видим то, что видим.